Неверие мое меня томит и мучит. Я слепо верить не могу. Пусть разум веры враг и нас лукаво учит, но нехотя внимаю я врагу. Увы, заблудшая овца я в Божьем стаде. Наш ризничий, известный Варлаам, читал сегодня проповедь об аде. Подробно, радостно, как будто видел сам, описывал, что делается там. И стоны грешников, молящих о пощаде, и совести, и глаз, и рук, и ног, разнообразные страдания. Я заглушить в душе не мог негодования. Ужели правосудный Бог за краткий миг грехопаденья нас мукой вечную казнит? И вечером побрел я в скит, чтоб эти мысли и сомнения поведать старцу. Старец Михаил отчасти только мне сомнения разрешил. Он мне сказал, что верно. Сколыбели во мне все мысли грешные живут, что я смердящий пес и дьявольский сосуд. Да, помыслы мои успеха не имели.